Здравствуйте! Сегодня мы будем пересаживать рассаду перца из улитки в теплицу, то есть будем пикировать. Вот она улитка, вот такой у нас уже перчик здесь. Значит, я его сеяла 20 февраля, это сладкий перец. Вот такая корневая у нашего перца. Вот уже, конечно, мало здесь питания, земли маловато. И буду по одному пикировать в землю. Грунт в теплице мы подготовили. Сюда мы насели из компостной ямы хорошую землю. Перекопали, залили хорошо. И вот земелька теперь уже готова к посадке. Делаю бороздку. Разложила я рассаду на расстоянии одна от другой 5-7 сантиметров. И теперь высыпаю. Придавливаю. Расстояние между рядками у меня 20 сантиметров. Вот от первого рядка отступила. Но чтобы ровненькая была у нас канавка, я к двум гвоздям привязала веревку. И продолжаю пикировать. Ну, вот такие корни у нашего перца. Вот можно так делать, не раскладывать, а вот сразу рукой. Вот так удобно. Высадила из двух улиток перец. Получилось у меня 7 рядков. Теперь поливаю. Если у вас нет теплицы, можно пикировать парнички. А сегодня все. До свидания, до новых встреч!